Приветствую всех на моем канале. Предлагаю к просмотру не мастер-класс, а обзор ковриков, связанных крючком. Вторая жизнь старых ненужных вещей. Мне больше всего нравится вязать прямоугольные формы в цветную полоску. Коврики получаются тяжелые. Полоски ткани я нарезаю заранее и сматываю их в клубочки. Махровая ткань сыпется по краям. Эластичная, трикотажная, самая податливая и благодарная. Нарезанные ленты я не сшиваю, а просто связываю узлом. Неэластичные ткани, например, бязь, креп, ситец, также хороши для этих ковриков. Здесь видно, что я использовала разные виды ткани, и кончики узелков специально оставила. Стирка в стиральной машине без проблем сохнет после отжима. Животные очень любят такие подстилки-коврики. Глядя на эти цветные полоски, я вспоминаю, это была водолазка, а это футболка и так далее. Согревает приятное чувство, что это еще послужит. Конечно, коврики самобытные, в современном интерьере не смотрятся, хотя находятся любители эклектики, среди них и я. Вяжите на здоровье и с любовью. Вяжите из любой пряжи и материала. До новых встреч!